Христианский праздник введения во храм Пресвятой Богородицы основан на событиях, описанных на священном предании о том, что родители Богородицы, святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в трехлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, при котором она жила до своего обручения праведному Иосифу. В церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В память о введении Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество.